Бронзовая медаль в парном катании. Татьяна Волсажар и Станислав Морозов, которые были вторыми после короткой программы, стали третьими. И тому причиной не только их собственное выступление, но и катание китайцев Дан Джань Хао Джань, которые действительно в короткой программе были серьезно послабее. Они уступали даже нашей паре, не только украинцам. Занимали четвертое место, но в произвольной программе, конечно же, всех обогнали. Ну, как всех. Совсем всех. Ну, всех, кто не из Китая. Ну что ж, можно уже плавно и постепенно переходить к серебряным медалям. Все для этого готово. И первый серебряный призер